Уважаемые коллеги, участники второй международной конференции, разрешите приветствовать вас от имени Кутаисского государственного университета имени Акакия Церетели и пожелать успешной работы. Примечательно, что международная конференция актуальной проблеме современного дизайна посвящается 90-летию образования Киевского национального университета технологий и дизайна, университета, который занимает одно из почетных мест среди наилучших университетов мира. Отрадно отметить, что сотрудничество и дружеские связи между нашими университетами с каждым годом продолжают углубляться, о чем свидетельствует сегодняшняя международная конференция. Сегодня мир сталкивается с огромным испытанием в связи с пандемией коронавируса. Несмотря ни на что, конференция состоялась, и в этом заслуга организаторов особенно велика. Разрешите поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность приветствовать вас и поздравить университет и ректора уважаемого Гринченко Ивана Михайловича с 90-летием образования Киевского национального университета технологии и дизайна, пожелать дальнейших успехов и всего самого наилучшего. Спасибо за внимание.